В Подмосковье сотрудниками полиции был задержан водитель фуры, причастный к пропаже крупной партии шерстяных носков на 3,5 миллиона рублей. Представитель фирмы, занимающейся оптовой продажей одежды, написал заявление на водителя фуры, который при перевозке товара компании похитил более 30 тысяч пар мужских носков. Сколько раз у вас производилась такая выгрузка? 5 раз. То есть вы 5 раз похитили товар, правильно я понимаю? Транспортировку заказали через онлайн-сервис автомобильных грузоперевозок. Товар должны были доставить в набережные Челны, но он не доехал до конечной точки, а водитель перестал выходить на связь. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из МВД России по Ленинскому городскому округу установили личность и местонахождение водителя фуры. Мужчина был задержан, а транспорт конфискован. Видновским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.